привет, мой френд! И мы сегодня будем ниндзя! Поиграем в Лего Ниндзяго Муви Видео Гейм. Продолжаем играть. Нажимаем продолжить. Вот, и наша игра будет загружаться. Держи, Илюша, твой геймпад. Загрузка завершена. Ой, ты что-то уже нажал, опять все стало темное. Крестик. Ты что-то сломал? Нет? А, о, у нас тут загружается уже. Значит, в тени неприступности гора находится легендарное поле битвы, которое состоялось еще до не успе... Я не успеваю читать. Почему-то в Лего Ниндзяго Муви Видео Гейм такие короткие эти штуки, что, ну, так все быстро, я не успеваю. Как в точках 3. Помнишь, мы сражались с Джексоном? С Джексоном Штором воевали, и я тоже не успевал читать. Там все очень быстро было, да? Вот, хорошо, когда ты быстро читаешь, да, Илюха? Ну, конечно. Смотри, а здесь можно подвигать геймпадом, почему? И мы... О, можно, смотри, вот справа, видишь, значок такой. И можно развернуть его, как... Круто, смотри, а что это? Это то, что мы построили из Лего Ниндзяго, да, уже муви, скорее всего? Это то, что из города, кусочек города Лего Ниндзяго, наверное, да? Да. Что это такое? Вон горы какие-то, вон, смотри, какой-то этот, японские штуки какие-то непонятные. Селфи! Селфи! А пока нагрузится, обязательно прямо сейчас подписывайся на канал Жестянка для того, чтобы не пропустить новые серии Лего Ниндзяго Муви Видео Гейм. И сразу ставь лайк этому видео, чтобы мы знали, что тебе это нравится. Так, будем делать селфи. Эй, Илюша, делай селфи. Чик-чик-чик. О, вот Ллойд появился. И куда-то ведут, смотри, жители. Да это люди в ванной прямо, смотри. Прямо в ванную утащили. О, нет. Что я наделал? Понятия не имею. Но ты бы видел, что та тварь проводила мой корабль. Ты в порядке? Я, да. А вот мой корабль, я уже говорил... Нет. Можно сразу начинать строить новый... Погоди. Ты что, плакал? Что с остальными? Они целы? И без понятия. Тут полно людей. А я-то знаю, силы человек 50. Свиньи-куры всякие. О, ты про ниндзя. Не уверен. Кажется, Кол и Кай в соседнем квартале. Тогда вперед! Скорее всего, сейчас будем играть за Ллойда и за Джея, да? Наконец-то у нас... Так ты плакал? Я буду... О, Доки Ниндзя Сити! Доки Ниндзя Сити! Поражение ниндзя! Какая глава была? Я успел прочитать. Какая-то опять медуза. Кошка в городе! Повторяю, кошка в городе! Весь город в опасности. Нужно найти остальных. Да что ж такое, но не успеваю прочитать-то, но... Ладно, побежали вперед, да, Илюш? Давай, держи за Ллойда. А ты за Джея хочешь поиграть? Держи. Ты уверен, что хочешь искать остальных, Ллойд? После случившегося они могут разозлиться на тебя. Но Джей точно все разбивает своими нунчаками. Поднимайся наверх, вот туда смотри, идет стрелка, ведет нас влево наверх. А вот туда куда-то, наверх, смотри, бежать надо. Я там видел одну штуку. Какую штуку ты видел? Вот сейчас, она там просто высоко. Какая штука? Там золотой! Золотой кубик справа, да? Точно. А как к нему добраться? Ну, наверное, пока не нужно. Или это чекпоинт? Сына, есть идея, куда идти? Нет. Давай я посмотрю. Вот смотри, вот я вижу идею. Вот смотри, наверху, вот так. Ого! Вот такая штука, видишь? Вот такая. Смотри, мы делаем вот так, и не получается, наверное, а сюда. Давай на женщину напрыгнем. Не надо напрыгивать на женщину, ты что? Так, а куда идти действительно, Илюш, ты прав. Так. Странная тема, друзья мои. Так, хорошо. Что-то уже разбил. Да, что-то развалил уже. Давай напрыгнем на женщину сюда. Женщины! Привет. А что, больше ниндзя не осталось? А что, боже? Не слушайте ее, кажется, я видела ваших друзей в соседней улице. Что за площадью? Илюш, ты был прав, надо было напрыгнуть на женщин. Вот, смотри, синенькая монетка, мы ее возьмем и побежим на площадь, как посоветовали эти милые дамы. И еще тут немножко разобьем, попытаемся разбить, ничего не разбили. Скажи, а где Ллойд делся? Ллойд? Да. Вот он! А может шапка у него есть... Ллойда. Да, шапка Ллойда. Слушай, а как добраться туда, действительно? А? У меня не получается. Ой. Ой, он что у него в руках? Меч? Меч. Хорошо, а... Нашел выход? Придется пойти по крышам. Как туда добраться до этих крыш? А? Как туда добраться? А, вот же, Илюш, да, там вот. Там гитарист. Привет, ого, как можно вообще просто так взять и появиться ниоткуда?
Это рокер. Иди сюда, кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Так, ладно, побежали наверх, все, что я делаю-то? Оооо, ты опять это сделал круто и скрытно. Что это за птичка? Была птичка. Разбавляем всю эту, как ее зовут, вентиляционную шахту, да? Надо было еще прыгнуть. Да, я промахнулся, я не прав был. Где? Где? Сюда? Вот сюда. Где? Вот здесь, да. Синяя монетка, синяя. Извини, рокер, заберем синюю монетку у тебя. И вот здесь разобьем твой замок, который ты настроил. Прости, парень, но это наш доход. Ниндзя же не получает зарплату, в отличие от тебя. Конечно. Так, то есть делаем вот так вот и вот так вот. Ого, ничего себе. Опа, ух ты, круто, да, Илюш? Давай, ты дальше. Есть круг. На, держи ты дальше сам. Полетели. Прыжок вперед, Илюша мастерски прыгает по крышам. И вот смотри, здесь надо... Спасайся, зверюга! С дороги, горожанин. Какая-то зверюга, смотри, а это акула. О, ты только взгляни на мой бот. Динозаврик пошел. А, это котик прошел, вот динозаврик. Боюсь, что нет, могу... Я не успел читать, Илюш, столько эмоций всяких. Я не знаю, какая-то штукенция там была на крыше. Побежали вперед. Прыжок. Бежим. Берегись летающих моллюсков, тебе сказали. Понятно? А где моллюск? А я летающий, я не знаю. Полетели. Ты, по-моему, вцепился когтями в стену и не поднялся. Нет, Илюш, смотри, назад. Не туда. Скорее всего, не туда. Смотри, вот туда нужно делать. Раз. Побежали. И сюда, и вот сюда. Смотри. Оп. Супер! Когда-то я тоже так мог. Вас заметили. Удар в прыжке. А, я понял. Ого. Смотри, как он лойд делает. Когда получим жетон справедливости. Сейчас. Ниндзя... Как там? Какой-то там... Пронзительность. Пронзительность. Жетон, да. Ага, так. То давай я купим увеличить атаку. Окей, чтобы быть сильнее, атаку, да? Кондиционер будем разбивать? Будем. Здесь нужен был, правда, Джей, который так и не участвовал в этом деле, да, сейчас? Ну, конечно. Так, что это мы делаем здесь? Сюда поднимаемся наверх. И мы куда-то пришли. Опять кондиционер какой-то. А что это такое? Что за штука там? Нам туда нужно? Копье. Это не ей нужно? Нет. Ладно, но нам, видимо, туда, видишь, вон. А вот две части. Какие две части? Джей! Смотри, эта штука нас ищет. Да? Привет, малышка! Сейчас мы тебя покажем. Ты ж привет, малая! Первая. Она была в щите! Ну ничего, мы ее разбили. Это часть Слушай, Джея! Да, это точно. Это кусочек Джейного бота, да? Да. Смотри. Ух ты, ничего себе, а как ее бить-то? Ого, она не подпускает к себе, а как ее бить-то? А подожди, а если вот так сделать? И малышка, привет! Она не подпускает к себе. Джей, а ну-ка ты. Ну, Джей прошел, но... Ай-ай-ай, там все, там, ай-ай, там больно. Ай, я сел в огонь. Прости меня, Джей. Но мы не можем туда пройти. А почему? Смотри, эта штука нас отталкивает. Сейчас мы найдем способ, как ее... наказать, да? Слушай, смотри, Джей какой-то слабый. Давай на лоды переключимся. А ну? А он тоже не может разбить. Наверное, штука очень сильная. Так, оттуда пришли ребята. Может быть, нам сюда нужно? Да, подъем наверх, да? Сына, точно, ты прав. Ну, раз уже я тут начал воевать, махать мечами, давай уже сделаем вот так, и вот так, и вот так. Кажется, надо применить ураган мечей. А как это сделать? Нажать, но... Гармадон достал. Нажимай. А, я понял, надо бить. Я понял, я просто не то нажимал. Вот и черемуха. Бумс. Так и она рухнула с помощью какого-то дополнительного механизма. Она же пошла в гору, вернее, в горищу. Так, куда идти-то? Туда. А, вот смотри, туда бежать, да? Сюда. А там еще что-то было. Там было тоже что-то, да. Там можно подняться наверх, и, скорее всего, там можно найти какие-то золотые кубики или что-то еще. Ну, там нужно не. Там нужно не? А здесь? Да, вот нам это нужно... А, ну давай сбегаем все-таки, да посмотрим как-то. Я не знаю, мы тратим время, но это даже интересно, что это такое. Здесь нужно не, чтобы взлететь. А, чтобы она взломала эту штуку, да, взломала. Наверное, во фриплее можно играть. Из лонгов и гона можно собрать что-нибудь полезное, сказал Ллойд. Хорошо. Мы возвращаемся на ту точку, вот не на эту точку, на другую точку, я имею в виду, да? Бежим сюда. А вот и Джей. Ты откуда взялся, парень? Так, тут огонь. Возьмем золотые монетки.
Окей, и что теперь? Что это за штука? Мусорник какой-то? Мусорник и... Этих блоков можно собрать что-то новенькое. Сейчас мы так и сделаем дальше. Мне кажется, или тут кто-то пролетал только что. Ой, что-то упало. Лавочка и... Вот там же мы разбили это. Вот она, да? Удержать. Лево. Давай, кусочки. Ого, какую-то пушку собираем. Хот-дог. Хот-дог. Пушка и хот-дог. Это ракета прямо Джея, да? Джей, мы из твоей ракеты. Джей, мы тебя пульнем разочек, хорошо, как у ядерной бомбы. Ядреный хот-дог. Вот это я понимаю быстренько. Ай-яй-яй, давай, Джейм, хорошо, окей, давай, Джейм, нажать. Там ловит апорт. И хот-догом мы стреляем сосиской. Ам, лови, малышка. И улетай в космос. Давай. Бум! Вау! Что это было в этом хот-доге? Мы взяли жетон пронзительности. И теперь выбираем, что ты хотел сказать. Силу атаки, да, больше? Больше атаки. А где больше атаки? Увеличенный урон, вот. Увеличенный урон, да? А давай еще плюс одну. Плюс притягивание деталек, а это вдвое больше деталек с врагов. Вообще, по-хорошему, мы с тобой договаривались, что мы закончим целый ряд, помнишь? Да. Мы с тобой договаривались, помнишь, что мы закончим первый ряд? Да. Так что, заканчиваем первый ряд или возьмем силу атаки? Заканчиваем. Мы решили закончить первый ряд для того, чтобы все было по-честному, но действительно хочется увеличить силу атаки, да, Илюшка? Да. Все, продолжаем. Выходим отсюда. И мы берем дальше Джеем, разламываем собственный корабль. А, все, эта штука лопнула, побежали туда уже, да? Все, побежали, помчались. Это же так интересно, что ждет нас дальше. Можно помахать дальше своей цепью. Цепь, контрольная точка, Ллойд там. Значит, кажется, он застрял. Надо... Что застрял? Я не знаю, я не успеваю читать, он так все быстро. Какая-то штука прилетела, смотри. Похоже, он зол. А ты бы не был зол, если бы работал на Гермадона? В принципе, да, правильно. Больше деталей с врагов! Хорошо, сейчас мы вот так. А что это у него там за звезда? Я не знаю, это, наверное, этот самый, как его зовут? Главный среди них троих. Оп, привет! Тыщ. О, защиту стал, смотри. И вот так. Да что ж вы делаете? На Ллойда переключись. Давай, ты прав. Ллойд вообще хорош в данном случае. Ллойд, привет! Куда ты улетел, Ллойд? Нажимай, папа, вот кто кого. Мы его, да? Класс! Вообще, ниндзя, они такие ниндзя! И хорошо, куда бежать? Вот сюда, влево. Добегаем наверх, смотри. Кто это? Мяу? Где это мяу? Где? Вон она, киса! Ушла. Кашандра. Кашандра! Так мне до Кола не добраться. Как не добраться? Кто? Да что ж такое-то, почему она... А где застрял Кол? А я не знаю... Папа, посмотри туда, там что-то висело. Туда. Что там висело? Еще? Еще? Там. Где? Вот это взрывная штука какая-то? Что это? Какой-то огненный шар, да? Ладно, через гипердвигатель поднимаемся. Когда же наконец решится? Кто решишься? Когда же ты наконец решишься? О чем речь? Кто решишься? Проблема. Наверное, проблема, да, действительно. А, монетки. Да, я промахнулся просто. Я засмотрелся на... монетки. Да хорошо, монетки, да ладно, монетки. Я возьму. Семеро монет. Окей. Чтобы брать пронизительность, да, Илюш? Да. Тогда надо кондиционер разбивать. Они ж клёвые, они ж приносят денег. Любой кондиционер. Если у вас дома есть кондиционер, разбивайте. Там наверняка есть деньги. Только не говорите родителям, что вы подслушали этот секрет у жестянки. Просто прыгаем здесь. Нет! Держись, Кол, мы совсем рядом. Да, Кол, держись, мы рядом. Вот зачем ты это сказал? Да пытаюсь смотреть правду в глаза. Что, куда идти, Илюш? Да, я что-то попромахивался. Да? А, вот сюда. Да? Вот сюда. Правильно? И... А там что, Кол застрял в земле? Я так и не понимаю, где Кол находится. Вот он, смотри. Почему-то нам хотят, чтобы мы... Ого!
Ого, нам хотели сказать, что... О, смотри, серенькая монетка. Клево. Хорошо, самое ценное. Но я только не рухну тебе вниз. Из-за серенькой монетки ты... Ты чуть не улетел вниз, да, Илюш? Ладно, нам туда вообще бежать влево, я почему-то бегу сюда наверх. А что это за штука? Я не знаю. Вот туда вниз его надо. А, вот же сюда, вот смотри. Оп, и полетели. Вот сюда, да. Все правильно, все окей. Все хорошо. Ой, мы сломали что-то. Эй, простите. Народ, помогите! Купол кабины заклинило, я не могу. Сейчас разберемся, Кол, просто оставайся на месте. Можно подумать, у него есть выбор. Да хорошо, да сейчас вернусь. А, там молоток. В общем... Не возвращаться, да? Там молоток, да. Я понял, у кого молоток у нас? А, только у Кола. А, Кола, да, точно. Опа. Слушай, так эта штука, да, такая это, вообще? Это штука. Это кусок кола, наверное, да, здесь? Вот смотри. Нет, это кусок Кая. Ага, окей, переключаемся на Джея. И вот сюда. И давай взаимосилу. Все, мы кола спаслись. Говорю, кол, все в порядке, это кол. Надеюсь, мы их еще не нашли. Я не успею. Кажется, видел бот Кая около фабрики мороженого. Значит, туда отправимся. Отлично. Нам нужно точно что на фабрику мороженого. Прекрасно, сейчас выдвигаемся. Займитесь подъемником. Надо спасти мороженое, в смысле Кая. Окей. Давно мы с тобой не ели лего-мороженое. Ты хочешь переключиться на Кая? На смысле, на этого, как его на зовут? Кола, на Кола, только вот. Достань телефон, пожалуйста, знаешь почему? Как телефон? Селфи! А, там это Джей делает телефон, да? Слушай, там внизу была штука для... Да, а, да, вот, да. Смотри, вот, молот, вот сюда, тыц. И нажимаем 0. Бум! Гонг такой, о, это лифт, это как нужно вызвать лифт, пожалуйста. Берешь молоток. Карета подана, сказал Кол. И что надо нажимать-то? А, вот сюда, я понял, вот сюда. Вот сюда, да вот сюда же, ну. Вот так, хорошо, вот сюда. Окей. Вот а, так. Еще раз креси. Еще, я, не надо было крестик нажимать как раз. Оп. Да что ж я буду да делать. Да еще раз креси. Да просто все. Я не то нажимаю, все, я промахиваюсь, все хорошо. Ой, куда он убежал? А где остальные ребята? Почему они не прибежали к нам? Да, забираю монетки. Пронизительность хочу. Почему здесь два грузовика стоят? Ага, бот Кая. Это я во всем виноват. Оставь угрызение совести на потом. Для начала нам нужно выжить. В укрытие! Осторожнее, эти ракеты уничтожают все, на что попадают. Ну, логично. Разве для ракет это не обычное дело? Опа, смотри! Да, ребята в акулях. Новые ребята. Модные парни в акулях этих самых, да? Как его? В костюмах, да? Тыц? Где они? Вот так вот всех. Смотри, какие звуки. Кому еще навалить? Вот так вот тебя. Давай. Так. Бум. 35. Эй, ты куда делся? Стоять. Кого еще набить? На молот его посадили. И что? Опять ракеты. Да, надо от вертолета быстренько убегать. Бум. Он взорвал наш единственный грузовик. Из этого грузовика, скорее всего, можно что-то собрать. Да. Давай посмотрим, где же тут еще монеточки лежат. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Пронизительность. Хочу пронизительность. Хочу увеличить силу атаки, как Илюша просил. Бум. Открывай. Не хочет чего-то открываться. Ладно. Здесь надо что-то собрать быстренько, очень быстренько, пока у нас ракета не летит. Давай. А, вот смотри, какую-то пушку мы стреляем, мы собираем. Целись в молотоповодную какую-то штуку, не увидел, не успел прочитать. Это выбьем отсюда уже кусочек монеток, да еще не взяли. И кого там, кем там нужно бить? Скорее всего, там нужно бить кем-то зеленым. Джеем. Джеем это вот, Джейм, вот Джейм. Так вот. Джеем сюда, нажимаем 0. Бамс! А, раскручиваем. Yeah! Да! А, прицепились за хвост, все, и вытащили вниз с помощью грузовика. Правильно, грузовик-то тяжелый, эта штука грузоподъемность у нее маленькая. И она открыла нам мост, через который мы сможем снова дойти дальше в путь. Хорошая идея. Посмотрите вниз, не смотри вниз. Джей боится. Ему страшно. Джей очень боится высоты. Кстати, кто боится высоты, напишите в комментариях, потому что я боюсь высоты, честно. А я нет. Я вижу Кая. Я вижу мороженое. Отлично. А нет, к чему? Крестик, могу? Крестик. Я вроде нажал крестик.
Нет? А почему он сразу стал деактивировать? А, вот крестик. Крестик. А, понятно, крестик. Крестик. Мне бы помощи. Тут становится жарковато. Да сейчас идем, подожди. А, нет, стой, тихо, чуть не упал. Ой, привет. Посмотри на фабрике, что-то мороженое, только не мороженое, оно же растает. Да? Давайте посмотрим на фабрике мороженого, нет ли там огнетушителей. А куда идти вообще? Так, здесь кто нужен? Ллойд? Кай. Ну давай Ллойдом попробуем. А, наверное, Ллойд, да, потому что... Эй, Ллойд! Да? Ллойдом, скорее всего. Да, точно, Ллойд. Нет, не Ллойд. А, это, наверное, Кай все-таки. Кай. Окей. А, вот что это за штука, смотри, здесь кусочек этого, да, бота. Хорошо, поднимаемся наверх. Может быть, здесь нужен... Пора молотить, сказал Кол. И сейчас мы им намолотим. И... Бум! Вода? А я надеялся на мороженое. Давай уйдем. В какую сторону прокладывать трубу? Влево или вправо? Попробуем направо. Направо попробуем, хорошо. Пробуем направо, да, прокладывать трубу? Какая-то труба прокладывается, не знаю, что это. И что мы с ней, для того, чтобы мороженое из нее получать или что? Бум. А, ну что, получилось. Давай попробуем налево разбить эту трубу, чтобы мы могли ее перестроить. С удовольствием. Там какой-то кубик открылся, видели? И теперь строим ее заново. Вот так и налево теперь. Да, налево. Строят они поначалу очень долго, а потом ускоряются. Вот. Надеемся, что мы были правы, когда повернули налево. Я не знаю, но там куча воды сейчас зальет. А, вот, меха залили, да? Давай, спасаем. Есть! Спасибо, сказал Кай. Ты цел, Кай? Да, правда, кошка-переросток угробила мой бот. Ты не знаешь, где Ниэн? Кажется, она провелась в порт. Ты чего мы ждем? Ниндзяго! Порт ведет... Я не успел прочитать, но мы получили жетон пронзительности. Сейчас мы наконец-то увеличим атаку. Та-да-да-да-да! Увеличиваем атаку. Так, вот так вот, это рывка, рывок. О, подожди, мы урон уже увеличили один раз с тобой, в прошлый раз. А вот увеличить атаку. Но это тоже увеличенный урон, действительно. И это увеличенный урон, смотри. Здесь, сейчас, секунду, здесь боль, здесь восстановление здоровья, здесь количество деталек, а тут увеличенное время действия множителя комбо. Тоже удобная штука. Смотри, вот эти две штуки увеличивают урон. Что берем, левую или правую? Давай с левой. Правую. Справа? Вот с этой? Давай правую, окей. Покупаем. Атакуя противника с помощью стиля несущегося кабана, вы нанесете ему увеличенный урон. Несущийся кабан! Вот кабаненок, ладно, покупаем это. Купили несущегося кабана, увеличили его. Вон, смотри, свинка наверху, да, сказала? Ю-ху! Окей, продолжаем дальше. Теперь нас четверо. Пока еще мы вместе. И дело есть, и это дело чести. Девиз наш всех за одного. И в этом наш успех. Это да, что я сделал? Зекай. Сейчас, секундочку, я задержу их. О, ничего себе, какая штука. Что это? А здесь нужно воду. Я разбил масло здесь. Нужно вода. Или, а, давай воду возьмем, да? Вот там же есть вода. Вот. А как туда добраться? Опять что, как-то бежать? Я не понимаю, как бежать туда наверх? Я сюда прыгнул, а как сюда добраться оттуда? А давай на кого-то переключимся. А, давай, хорошая идея. Ладно, по-моему, вот так можно добраться. Вот так сюда. Нажать крестик. А, все, сюда опять же. Вот так, слушай, наверное, так и надо, да? Ты только, Кай, ты можешь помочь. А, вот сюда нужно, да, вот здесь Кай использовать. Да, но мы сейчас быстренько воду активируем, посмотрим, что это такое. Давай еще раз посмотрим. И направо, да, по-моему, надо было? Налево. В смысле, это направо. И посмотрим, что это будет. Даст эта вода. Что она дала? Что она дала? Она там налила. Налилась вода. А, тут надо не воду, тут надо все-таки масло. Смотри, да? Странная тема. Ладно, переключаемся на каких-то других ребят. И быстренько поднимаемся наверх. Вот так, сюда. А как туда? Все, теперь я сделал себе хуже. Только теперь я не знаю, что делать. Наверное, подниматься сюда все-таки. А, вот, я поднялся. Все хорошо.
Я поднялся. Раз, два, три, четыре. И кто у нас? Это мы Каем играем, да? Да. Вот сейчас мы им и воспользуемся, да? Вставляем наши. Сейчас я все сделаю! А, надо лево, 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 лево нажимать и... Надо быстренько что-то сделать, кем-то кого-то убежать. Кто-нибудь нажмите кнопку, нажмите на кнопку, нажали на кнопку быстрее. Понятно, да. Он ждал, чтобы мы нажали на кнопку. Мы успели нажать на кнопку? Поддержите это чудовище! Как? Понятия не имею. Угостите его рыбой, например. Монстр идет в ту же сторону, что и мы. Он отвлекает внимание на себя. А если он решит полакомиться? С нами ничего не случится, пока мы будем себя вести тихо и незаметно, как... Ниндзя? Именно! Клёво. Мы ниндзя, мы тихо будем себя вести. Что это было? Я что-то разбил. Нет, назвал монетки, взял монетку, монетку, монетку. Что такое? Что случилось? Что мне хотелось? Кого ты там уже разбил, да, Илюш? Все? Да. Где они все? А что здесь вообще такое? Вот это что? Почему валяются бесходные монетки, а? Ладно, там наверх уже не будем лезть. Поднимаемся наверх. Ай, тихо, чуть не упало. И вот так. Я спылил опять. Черемуха. Черемуха. Где Мау? Кто сказал Мау? Ты слышал? Ты слышал там Мау? Слышал, слышал. Странно. И оп. Оп. Вот сказал Мау. И оп. И оп. Есть. Тихо. Где Мау? Где-то с правой стороны. Вон она сидит, мяукает. Эй. О, по-моему, нас увидела. Облизывается. А, пока мы смотрели на Кашандру, на нас напали какие-то парни. Вообще нормально вообще? Вообще нормально. Мы не хотели ничего, ребят. Ну, я не хочу ничего. Раз и дымс, 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 дымс. Ай, сел на пол. Вот так. Кашандра, иди спасай нас! Ты чё? А, это вот эти ребята стреляют нас. Ты чё? Ты хоть брось туда? Смотри на него. Где ещё стреляют? Привет! Не успею, не поймаешь, мы нельзя. Мы не поймаем. Мы вот так тебе. Три удара. А почему я бегаю по стене сейчас? Ты можешь мне сказать вообще? Мяу! Мяу! Папа, это такой мяу. Такой же звук был в Гарри Поттере. Мяу! А, точно, да. Дверь сломалась! Да благодаря Ллойду весь город сломался. Ну что-то есть, то есть. Так, удерживаем что-то. Ллойд сломал весь город. Папа, не в искру, Джей! Ага, нужен Джей. И, видимо, судя по всему, вот так Джея берем, и Джея мы вот так делаем. Монетки! Искру запускаем, Джей запускает искру, и возьмем там монетки, пока искра запускается. Дай. Все, дверь открылась? Шикарно! Цель на зоне видимости, снижаюсь. Где они, эти парни? Сдавайтесь, ниндзя, Гармадон уже практически победил. Ничего подобного, пока хотя бы один ниндзя стоит на ногах, ему не бывать. Этого не бывать, скоро никому будет стоять. Ну ладно, хорошо, побежали, наваляем, да? Наваляем парням? Привет, парни! Ой, по-моему, я хотел сначала разбить вот эту штуку, да? Ой, что-то у нас какие-то что-то тормоза какие-то начались, мне кажется. Не, нормально все. Кого я это еще разбил? Смотри, сколько монеток насыпало. Вот так тебе. Все, опять насыпало. Хорошо, уже 8, 8 комбо. Не, самое большое комбо у нас было сколько там, 60? Или 50? Нет, самое большое комбо это 100. Около сотни было у нас, да. Да. Случайно мы так совершили комбо. Дикое комбо, лавочки всякие можно разбивать. Что-то штука тоже. Такси. Ой, надо было не поехать. Ладно, я ее сломал. Надо было вот туда, смотри, может туда наверх бежать, но мы бежим сюда по стрелке. Видишь, нам сюда бежит, ведет нас путь, дорога. А почему мы не собираем монетки? Что-то это на меня не похоже, да, Илюш? Да. Очень странно. Это на себя не похоже. На меня вообще не похоже. Это какой-то люблю. Программированный. Программированный папа. Эта дверь тоже сломана. Ллойд все поломал. Ну, это мы можем, да. Ллойд все поломал. Сейчас мы все починим, не переживайте. Мы же не ниндзя, не ниндзя. Нажать. Нажимаем. Бэмс. Опять электричество пускаем. И дверь откройся. Сим-сим. Откройся. Или сезам откройся. А где? А чё? А как? Еще? Еще что ли? Ладно. Не получилось. Два раза что ли надо? Да.
А, секундочку. Тут два генератора. Нам нужно второй сделать. Тыц. Вот так вот. Сейчас мы и второй генератор сделаем, потому что, скорее всего, видишь, слева зеленая лампочка зажглась, а справа ее нет. Поэтому нам нужно что-то сделать еще справа. А все, нажимать опять. Открывайся! Сизим. Вот, все, энергия пошла, и мы забегаем сюда. И что мы видим? Вот они! Взять их! Контрольная точка. Похоже, у него бота взорвалось что-то в них. Привет, ребята. Можете не торопиться с моим спасением. Я сохраняю хладнокровие. Ха-ха-ха. Потому что я во льду. Думаю, надо попробовать растопить его. Так, значит, Зейна сейчас мы спасем. Парни! Это наш Зейн. Это наш робот. Это мы его будем управлять им. Кстати, Зейна в прошлых сериях Зейн погиб из-за того, что когда он сражался со Снежной Королевой, то ему пришлось вытащить свое дно сердце. А, да, точно. Я, кстати, не... Ой, я кого-то убил. По-моему, я Кая убил. Кай, прости. Я, кстати, не видел этой серии, лишь про которую ты говоришь. Так, как тебя спасать-то? Как тебя спасать-то? Мне кажется, он там поет песни, или ему холодно. Ой, меня ударило, ай-яй-яй, меня ударило током, ты видел? Хорошо, вот эта тема такая вот здесь. Ага, здесь нужен какой-то Ллойд. Да? Подходим, Ллойд. Нажимаем. И... А, мы просто бьем. Мы бьем, выбиваем целую кучу. О, это шкаф был, который на улице стоял. Сейчас мы соберем какой-то... Что это такое? Ай! Что-то мне Кай сегодня достается ему от меня, да? Гигантский фейерверк! Не пытайся повторить такое дома. Ага, тут нужен молоточек. Молоточек у нас молоток. Вот здесь. Кол, ударь хорошенько. Покажи свою силу, Тора. И ракетка улетела, и сейчас растопит лед у Зейна в сердце и в груди. Бум. Ох, какой классный. А что это за лазер наверху вообще? Что это такое? Вам не стоило этого дождаться. Я был не прочь посидеть тут, Так, теперь поиски моей сестры. Но теперь нам доступен Зейн. Прекрасно, хорошо, отлично. Как, да куда? Да, дюже что-нибудь, все. А, вот смотри, скорее всего, надо идти по монеткам. Да, Элиш? Монетки ведут на... Что это за штука? Эй, привет, малышка. Это куда делась? Еще одна. Привет. Клевые такие. Давай с Зейном, он же без Давай, находится. Кстати, да, с Зейном. Да, кстати, где он, Зейн? Где Зейн? Где? Иди сюда. Зейн. А че он не бегает на прямых ногах, как в мультфильме, а? Он же клевый. Помнишь, в мультфильме ходил на прямых ногах? Да. Это классно. Блин. Смотри, мы сейчас можем делать так. Привет. Тынь. Ой, промахнулся. И тынь. Клё. Вообще, Зейн вообще крутится. Вот он, вот не. Эй, Зейн, можешь попасть в замку по воротах? Что? А, по замку. Не по замку. Сейчас я монетки соберу, ребят. Все сброшу. Секунду. Мы же тут пронизительность выбиваем, да? Ой, я зря разбил, потому что наверх. А нет, можно забраться наверх без этого. Все окей. Хорошо, еще мусорник разобьем и побежали пронизительность. В смысле, не... А, еще наверх хочет Илюша, да? Илюша ведет меня наверх. Зейн что-то не идет, смотри наверх, что-то. Эй, все не идут. Никто не идет, да. Ой, классно, он видел, да, как он слева. А, птичка, привет. Тинц. Вот, все забрали. Хорошо. По кем надо стрелять? Надо стрелять по этим штукам. Раз. Два. Все. По замкам мы стрельнули. Теперь что-то какое-то открывается, часовой механизм, и мы заходим. Эй, ребята, сюда! Скоро будем! Что-то не странно, как это говорит, да? Эй, guys! Come here! Хорошо. Кто там нас атакует, по-моему, мне кажется. Ты посмотри на него. Привет, малыш! А ну-ка, выходи из блока! Смотри на него. Ладно, пока мы соберем монетки, пока он там в блоке стоит, да? Что же мы зря будем время тратить, да, Миш? Как вы их ударили, я не понял, если честно. Илюш, ты понял, как я его убил? Нет? И я не понял. По-моему, я в него стрельнул, да? Вот так. Да. Слушай, ну, вообще, мои самые любимые персонажи это персонажи дистанционного боя. Мне тоже. Тебе тоже. А мне безумно нравится молоточек. Ты любишь, Ллойд, да, как Тор Ллойд, разбивать Ллойд, все, да? Ой, это наши ниндзя. Смотри, я их начал бить и думал, это враги.
Так, враги стоят под тумбочками. Да, стоят, ждут, пока их ударят. Ой, я что-то взорвал. Спокойно. Так, нам нужно сюда, наверное, да? Сюда. Это, наверное, нужен дядя Ллойд. Дядя Ллойд. Дядя Ллойд, слушай, ну тут еще всякие бочки. Смотри, мы уже почти раз добились еще одной пронесения. Нам нужно дядя Ву. Дядя Ллойд нужен, да? Дядя Ву. Дядя Ву? Да, дядя Ву. А почему Ву? Потому что там палка. А там не палка, там катана нарисована. Там нет, меч, по-моему, нарисован. Сейчас посмотрим. А тут что? Тут. А, так все правильно, я иду. Ой, я по забору, оказывается, могу ползать. Эй, ребята, оп, оп. Сюда. Сюда, оп. Ой, тихо, спокойно, стоять. Сюда, прыгать. Так. Я робот, который меня сканирует. Робот классный, да? Так, я собираюсь вас искать, но сама только что выбралась из бота. И нам предлагают нажать прыжок почему-то, крестик. А, у нас уже есть нее, что ли? Нет, еще нет. А, мы еще до нее не добрались, я понял. Вон мне. Окей, да, я понял, хорошо. Вот так и вот так. Держи. Сейчас ты Кай опять сбросишь его. Давай, беги вперед. Прыжок! А вон она, смотри, машет нам. Эй, ребята, привет, я здесь. А вот прыжок, смотри, вот сюда, на эту штуку, вот на эту штуку. Вот на эту. Нет, ты упадешь. А, ты хочешь маленький забрать? Yeah. А, это какой хитрюга! Все нормально. Да, все нормально, он крышелаз. По крышам лазит. Нажимай крестик. Сюда крестик нажимай. Крестик нажимай. Оп. Еще раз крестик. Он сам прыгает. Крестик нажимай. Нажимай, он сам прыгает. Все, нажимай крестик. А вот она. Да что нам теперь делать? Без ботов мы мало что можем. И мы, скорее всего, прошли эпизод, потому что дальше мы будем идти в лес, да, по-моему, судя по мультфильму. И да, область пройдена, разблокирован золотой кубик. Мы насобирали целую кучу всяких штук. Доки Ниндзяго, Лего, Ниндзяго Сити мы прошли. И клёво! Я думаю, тебе понравилось. Обязательно ставь лайк этому видео. Не забывай подписываться прямо сейчас на канал, чтобы не пропустить новое видео по Лего Ниндзяго Муви видеогейм. Пока! Пока! Подписался? Прямо сейчас подписывайся. Нажимай, подписывайся. Там это очень прямо помогает. Прямо сейчас, быстро. Пока здесь не закончилось видео. Нажимай. А то сейчас видео закончится. Прямо сейчас быстро нажимай. Угу. Нажал? Наверное, нажали, да? Угу. Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами. И нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал «Жестянка». И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?